Я воспринимаю Дом книги как некую свою не совсем отправную точку в плане собирательства, но, по крайней мере, как альма-матер своих, так сказать, зрелых, осознанных лет. Поскольку я здесь стал регулярно появляться, когда появились некие средства для приобретения книг и пополнения библиотеки, поскольку в 65-м году, именно в 65-м году, я защитил кандидатскую диссертацию. Искренне поздравляю Дом книги с тем, что он существует, что он приносит только пользу народу моей страны. С этим домом у меня связана практически большая часть жизни в качестве покупателя, собирателя, коллекционера. У меня самые благостные и позитивные воспоминания о всем работающем здесь персонале, о его квалификации. Так было всегда. Надеюсь, так останется и в будущем. Я бы очень хотел, чтобы его притягательность сохранялась еще на долгие годы.